Здравствуйте, дорогие наши друзья-подписчики. Да, сегодня мы будем показывать еще одну развивайку. Да? Это наши овощи. И как их надо резать? Давай, Релан. Ну-ка, порежь. Наша хозяюшка будет. Так. О, молодец. Это что такое был? Помидор. Помидор, правильно. Теперь? Грибы. Грибы давай. Так, порежь грибы нам, чтобы мы потом покушали. Молодец. Так, гриб. Теперь? Лимон. Лимон? О, давай лимон порежь нам. О, молодец. Так, лимон. Лимон какого цвета? Желтый. Желтый. Давай, так. Опа. Это что у нас было? Огуречек. Огуречек был. Так, теперь? А это что такое? Апельсин. Давай, порежь нам апельсин. Молодец. И? А это и что у нас? Свекла. Свекла? А, это свекла. Давай, о. Видите, как хорошо развивает моторику рук для детей 2-3 лет. Так что подписывайтесь на наш канал, и мы покажем вам еще много разных развивающих игр. До свидания.